Друзья мои, всем привет! Завершил очередной проект, очередную работу. Данный объект находится по адресу бульвар Цветочный, дом 12, блок Б. Здесь я уже делаю не первую ванну. И опять ванна с изюминкой. Эту ванну я могу назвать мечтой любой домохозяйки, потому что в этой ванной я реализовал все смелые идеи, которые можно было реализовать. Сразу хочу сказать, что данный проект менялся по ходу работы, а изначально тут планировался совершенно другой проект, и этих проектов мной было составлено аж 13 штук. Ну, то есть каждый проект был переделан, перемыслен, ну и уже окончательно, когда мы пришли к тому, что этот проект утвердился, после демонтажа проект поменялся окончательно, и уже был самый идеальный проект, который можно было реализовать в данном помещении. Ну, так как я сказал, это проект «Мечта любой домохозяйки», потому что здесь есть то, о чем мечтают многие, но могут единицы. Поэтому смотрим, будет интересно. Поехали! Друзья мои, начинаем обзор ванной комнаты с того, что здесь у нас на данном объекте имеется душевая кабина. Это душевой поддон. Здесь должно быть остекление, но его пока нету. Ну, такая декоративная стеклянная шторка. Ну, как обычно у нас происходит, то, что хотим сейчас, но можем только через какое-то время. Также раковина. Раковина навесная, коммуникации все под ней. И самая изюминка здесь это то, что стиральная машина находится у нас в стене. То есть здесь нету дополнительного пространства для того, чтобы разместить стиральную машину. Но планировалась она находиться где-то вот в этом месте. Ну, так как если бы она здесь находилась, считайте, мы бы украли уже почти квадратный метр полезной площади. Но после демонтажа данной перегородки из позагребневых плит там обнаружилось такое полезное пространство, и как раз туда могла уместиться данная стиральная машина. Не упустив такую возможность, я реализовал ее на практике. Как видим, стиральная машина стоит. Все рассчитано до миллиметра. Многие могут сказать, то, что данная стиральная машина от вибрации может просто выскочить со своего места, но скажу вам сразу, что это специальная стиральная машина, вот здесь написано инверторный движок, то есть он не дает такую вибрацию, как обычные двигатели, обычная ременная передача, когда стиральная машина начинает отжимать, она скачет по ванной комнате. Данная стиральная машина по ванной не скачет, она работает аккуратно, тихо. Самое шумное, то, что происходит во время стирки, это залив воды. Далее здесь у нас рядышком установлена инсталляция. Инсталляция тоже должна была находиться на этом месте. И вот здесь вот над ней должен был быть бойлер. Но, как видим, бойлера у нас здесь нет. И полотенцесушитель. Форма полотенцесушителя. Труба квадратная. Здесь у нас соединение 1,2 дюйма. И здесь вот за стеночкой у нас установлена перемычка для того, чтобы функционировала вода, циркуляция была и полотенцесушитель тоже работал нормально. Во время ремонта полотенцесушитель я не устанавливал, так как за стеночкой там у меня установлены краны. После завершения ремонта я установил полотенцесушитель, открыл краны, запустил воду. Полотенчик работает. Также у меня здесь есть заземление, она спрятана вот под этой чашечкой. Так, далее, что хочу еще отметить. Так, гигиенический душ находится аккуратно рядом, прямо с инсталляцией. Он такой маленький, компактный. Уже не первый раз я устанавливаю данный гигиенический душ. Как вы помните, ну, то есть зрители моего канала, которые помнят, что я уже не первое видео показываю такой вот монтаж, такой гигиенический душ, который находится маленький, скромненький, в углу. А сам смеситель, который регулирует воду, он находится у нас здесь в шахте. Я вам позже его покажу, потому что это еще отдельная история. Находится здесь в шахте, там находится термостат. И вот здесь вот сам смеситель, который, в общем, открывает и закрывает воду. Принцип работы, я думаю, всем понятен. Я уже показывал, как это происходит, так что, ну, может, покажу. Так, инсталляция фирмы Ideal Standard. Как видим, Ideal Standard, он выполнен вот такой вот в виде, как сказать, чаши, и нет у них наружных креплений. Крепление у него скрытое, монтаж скрытый, поэтому все, что должно быть видно у обычных унитазов, здесь его нет. Все находится снизу. Ну и вот такая вот крышечка таким вот аккуратным плавным спуском. Закрывается тихо, медленно, нету удара об ободок унитаза. Так, инсталляция фирмы Geberit. Вот здесь вот у нас находится надпись, которая говорит о том, что здесь за стеночкой инсталляция фирмы Geberit. Кнопочка вот такая вот. Два круга. Ну, почему круга, я не знаю, конечно, потому что у нас все здесь выполнено в квадратном стиле. Ну, хотя вот эти круги как раз сочетаются с этой стиральной машиной. Здесь кругло и здесь кругло. Так, ну что ж, плиточка такая, конечно, интересная. Это у нас 3D плитка, это у нас синий декор, а здесь вот у нас такая вот простая серенькая плитка. В общем, здесь использовалось 3 плитки. Размер данной плитки 70 ширина и 28 высота. И вот так вот она, в общем, идет, декорировали. Сами заказчики составляли этот проект, и я уже его реализовал по их проекту. Так, душевая кабина. Здесь у нас смеситель фирмы Grohe, скрытый монтаж. Так, здесь вот кран, здесь у нас лейка, вот она такая тоже квадратная, прикольная, маленькая, компактная, ну, замечательная, в общем сказать. И наверху на потолке у нас есть тропический душ. Регулировка вся происходит вот с помощью вот этой вот кнопочки, которая здесь вот есть. При нажатии переключаем на режим тропического душа. Так, ну в общем, в душевой кабине у нас плитка до сюда, до угла такая вот синенькая. Дальше пошел декор коричневый. И с этой стороны у нас обычная, как серенькая плиточка. Кстати, декор не коричневый, а декор серенький. Ну это так вот, я перепутал. Так, трап. Здесь вот у нас фирма Алкопласт. Размер его 550. Плитка, название плитки я не помню, кстати, настенная тоже. Плитка, скажу сразу, что не дешевая. Цена за квадрат тоже не помню. Заказчики сделали заказ без меня. Поддон выполнен с уклоном. Уклон идет в этот трап. Трап Алкопласт, как я уже говорил. Сухой мокрый затвор. Ну, в общем, сделано все красиво. И, как вы уже заметили, вот в этом месте у нас такое вот углубление. Это ниша. Стена данная, в которой выполнена ниша, сделана из газобетона. И это дало мне возможность углубиться на 14 сантиметров. Газобетон у нас блок 25, поэтому 14 сантиметров я углубился. И там еще осталось сантиметров 11 для соседей. И вот так вот, в общем, врезал, так сказать, нишу для декора. Ну, тут планировалась, в принципе, полочка для шампуней. Ну, как видим, шампунь у нас отсутствует. Это, наверное, скорее всего, освежитель, который выполняет роль освежителя и в качестве декора. Ну, в общем, все интересно, красиво. Также дополнительная подсветка в виде лампочки. Такие же лампочки у нас установлены на потолке. Их 5 штук. 5 штук. И здесь вот вентилятор, принудительная вентиляция, которая регулируется с помощью, то есть включается с помощью отдельной кнопки, которая находится возле входа. Это у нас вход, кнопка отвечает за освещение в ванной комнате, здесь у нас освещение зеркала. Так, ну и само собой, кстати, всем привет, вот он я, зеркало, размер зеркала у нас здесь 80 на 60, такое вот красивое, с подсветкой. Подсветка, уже я говорил, находится здесь возле входа. Ну и что сказать могу об этом зеркале, тоже интересный такой вариант. И вот тут сам еще писк, это вот такая вот раковина. Я говорил о ней в начале, и теперь вернемся снова к ней. Столешка деревянная. Вот такой вот подвод воды и канализации выполнен под этой раковиной. Обратите внимание, нет ни одной трубы, которая бы портила внешний вид данной ванной комнаты. Все скрыто, все спрятано под плиткой. И вот такие вот кранчики, которые находятся под раковиной, открывают, перекрывают воду. Сифон тоже такой хромированный, ну, чтобы все выглядело эстетично, красиво, приятно, опрятно. Ну, в общем, много таких красивых и положительных слов я могу сказать про эту работу. Так, раковина, раковина навесная, точнее это столешница, на нее укладывается раковина. Так, размер раковины 60, где-то 45, она накладная, здесь вот такой сифон. Этим сифоном, в общем, можно перекрыть, наполнить вот эту ванну и постирать носки. Шутка, конечно. Так, и смеситель тоже фирмы Grohe, специальный. Врезался он прямо в столешницу. Так, обратите внимание, он такой высокий, красивый. И работает он вот так. Сразу скажу, не дешевый. Ну, цены, за которые материал приобретался на данную ванную комнату, я думаю, озвучивать не стоит. Скажу сразу, что все это было недешево. Ну, для тех, кто знает, сколько стоит сантехника, сколько стоит плитка, тот, я думаю, поймет, что ремонт ванной комнаты — это самое дорогое удовольствие в квартире, поэтому никогда не стоит экономить на ремонте ванной комнаты, потому что это ваш показатель, ваше лицо, потому что люди, когда приходят к вам в гости, всегда должны видеть то, что красиво. Ванная комната позволяет вам это сделать. Так, ну и что, и теперь изюминка данного помещения находится за вот этими двумя, вот за этими 6 плитками, назовем и так, 6 плиток радости. Обратите внимание, кстати, если сам зритель заметил, то что у нас в комнате нет ни одного шампуня, который бы стоял, нету зубной пасты, нет зубных щеток, нету ничего, то чтобы напоминало, что это есть ванная комната. А все потому что. И нету, кстати, шкафчика, куда бы все это можно было сложить. Так как я сказал, что проект менялся по ходу работы, видим, что у нас установлена стиральная машина прямо в стену, соответственно, здесь где-то должно быть еще дополнительное пространство. И бойлер, который я тоже отметил в начале видео, тоже отсутствует. Ну что ж, давайте, может, мы его найдем вместе? Да, пожалуйста. Берем, нажимаем на плитку, и у нас тут открывается такое чудесное пространство, куда, кстати, так аккуратно уместились вся химия, вся косметика, все, что нужно для того, чтобы можно было обеспечить себе быт. И смотрите, вон там в глубине виднеется бойлер. Бойлер фирмы Ariston. Этот ящик я специально изготавливал сам, собственноручно, для этого проекта. Здесь за стенкой было такое большое пространство, в которое просто было... нельзя не уместить такое чудо. Кстати, вот этот данный ящик я делал первый раз. То есть делал я все это по размеру данного бойлера, по размеру данной ниши. И чтобы можно было в будущем им пользоваться функционально. Как видим, функционально используется данный ящик. То есть все уже стоит на своих местах. А представьте, если бы данный ящик отсутствовал, вся эта химия стояла бы в этом помещении. Естественно, все выглядело бы не так красиво, не так опрятно, а превратился все обычно в бытовую ванную комнату. А сейчас у нас все шикарно. Так, кстати, бойлер у нас находится здесь за стенкой. Подключение у нас происходит там внизу. Есть там кранчик специальный, который перекрывает воду, есть розетка, есть кран для стиральной машины, потому что за стиральной машиной, как мы понимаем, доступа нету, она установлена. Но при необходимости ее можно без проблем вытащить. Так что не переживайте за то, что это сделать нельзя. Стиральная машина устанавливалась после ремонта, соответственно, также она после него и может выйти при необходимости, конечно. Так, вот такие, в общем, три полочки. Размер данного ящика 600 на 600. Материал на данное изделие я приобретал в Леруа Мерлен. Там же по размерам мне нарезали ЛДСП. И после я уже собрал этот ящик. Естественно, все по своим размерам, по своему проекту. И теперь еще одно новшество. Это здесь у нас находятся краны. Краны, как мы видим, отсутствуют здесь, оно присутствует здесь. И вот, кстати, вот этот термостат, который регулирует воду для нашего гигиенического душа, вот он находится здесь. Здесь находятся счетчики, краны, фильтра, обратные клапана. Здесь у нас разводка ГВС, здесь разводка ХВС, здесь у нас кран для бойлера. В общем, все находится в доступе. Также здесь я установил предохранительный клапан от бойлера с дренажом для слива излишков воды, сброса давления. Также сливной кран, который я обычно делаю из крана для стиральной машины. Но все как простенько, так аккуратненько расположилось как раз за этими двумя дверцами. Кстати, дверцы здесь под плитку я использовал фирмы Demetra. Они простенько открываются, закрываются одним нажатием. Здесь нету никаких там 3D регулировок, поворотов, заворотов. Все происходит путем нажатия на дверцу. Все, одной рукой можно спокойно открывать и закрывать данные люки. Но есть тут свои особенности, конечно, по монтажу данного люка. Об этом у меня будет отдельное видео. Кстати, несколько видео будет по данному проекту, поэтому обязательно посмотрите. Их ссылки будут в описании. Так, ну что ж, вроде все сказал, рассказал, описал. Уже достаточно много всего интересного было увидено по этому видео. Поэтому, я думаю, сейчас уже можно сделать окончательный итог, и уже можно, можно сказать, оценить данную работу. Работа выполнялась в течение 1 месяца. Ну, для тех, кому это, конечно, интересно, потому что все, что сделано здесь, это все импровизация. Ну, естественно, конечно, все это было выполнено с учетом, с расчетом всех материалов, которые должны были быть здесь. Стиральная машина, раковина, инсталляция, смесители, ниши, тропический душ, подсветка. Все это нужно было учитывать, когда выполнялась данная работа. Поэтому это все быстро выполнено быть не могло. Но я думаю, выполнив эту работу, заказчик остался доволен, заказчику объект. Работа моя понравилась, но мне она понравилась тоже. Ну что ж, друзья, на этом у меня все. Ждем новых интересных проектов, новых интересных идей, которые я буду выполнять, выкладывать на канале Перестройка 116. Надеюсь, это видео для вас было интересным, полезным. Работа вам понравилась, она понравилась и мне, и заказчику. Я думаю, вы тоже ее оцените по достоинству. Поэтому пальчик вверх. Пишите в комментариях, как вам такой проект, как вам такая идея. И насколько она функциональна и практична, по вашему мнению. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч на новых видео и на новых интересных проектах. Естественно, все, что будет делаться мной, будет выкладываться на моем канале Перестройка 116. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что в нем я заблаговременно показываю свои работы. То есть вы их там можете увидеть раньше, чем это будет на канале Перестройка 116. Также контакт, инстаграм и теперь еще тикток. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч!